12 незаконных мигрантов задержали пограничники в Сумской области. Группа нелегалов зашла с территории России. 9 мужчин и 3 женщины, все азиатской внешности и без документов. Задержали их на участке погранотдела Юнаковка. Куда они направлялись, устанавливают. Это уже 6-й подобный случай в этом районе за последний месяц, сообщили в госпогранслужбе. Мигранты часто выбирают Украину в качестве транзитного пункта на пути в страны Евросоюза.